Делфтские жанристы иногда зрительно увеличивали пространство небольших помещений в полотнах, изображая соседнюю комнату, видимую сквозь приоткрытую дверь. Питер де Хок, например, настолько преуспел в этом, что таким образом показывал целые анфилады и даже последний дверной проем с открывающейся за ним улицей. Прием расширения пространства включен в работу «Спящая молодая женщина». Из прикрытой двери в полутемную комнату льется тусклый свет. Дополнительно известно, что, создавая свои шедевры, Вермеер использовал камеру обскуру, полностью закрытый ящик, из единственного отверстия которого открывается вид, похожий на вид из объектива фотоаппарата начала 20 века. Через окошечко камеры обскуры действительность проецировалась именно с такими бликами, какие видны на полотнах живописца и, в частности, на картине «Спящая молодая женщина». На картине изображена сидящая за столом женщина. Ее глаза закрыты, рукой она поддерживает голову. На переднем плане на стол накинута скатерть, на которой стоит ваза с фруктами и графин с вином. За беспорядком на столе не скрыть и небогатый интерьер на заднем плане. Зритель также может заглянуть в соседнюю комнату через открытую дверь. Рентгеновское исследование показало, что Вермеер изначально задумал другой задний план картины. Так за спиной женщины должен был стоять мужчина, а в дверях сидеть собака. Интересно, что натюрморт с фруктами на блюде, стоящем на складках тяжелого ковра, повторяется и на других холстах мастера. По сравнению со своими современниками, Вермеер почти всегда более сдержан в оценках героев. Спящая женщина в голландском искусстве символизирует леность, но в данном случае нет никаких деталей, подыгрывающих такой трактовке. Тем самым художник обращает на это внимание зрителя в меньшей степени, чем, к примеру, Николас Масс в его нерадивой служанке, заснувшей перед рассыпанной на полу посудой. Поставив на первом плане винный графин, Вермеер объяснил причину сонливости женщины, определившей название полотна. Так, 16 мая 1696 года картина была продана в Амстердаме под названием «Выпившая спящая девушка за столом». В следующий раз при продаже картина указывалась как «Спящая молодая женщина». Изображенная девушка не служанка. Ее дорогая одежда говорит о том, что она замужняя женщина-домохозяйка. Ее поза трактуется двояко, как аллегория либо меланхолии, либо лености, считавшейся в средневековой теологии смертным грехом. Свет, не сдерживаемый условностями сценариев мифологических и библейских композиций, властвовал в картинах голландцев. Голландские художники 17 века в своих полотнах играют множеством его качеств. Он то яркий, то приглушенный и тусклый. Он может быть обжигающим, слепящим, выхватывающим предметы из темноты, а может рассеянным, обволакивающим все мягкой пеленой. Свет стал первостепенно значимым для мастеров кисти. Популяризация науки изменила понимание видимого мира, пробудила особую зрительную чувствительность к формам и фактуре предметов, живописных натюрмортах и интерьерных сценах.
В натюрморте свет моделирует объемы фруктов, ваз, цветов и бокалов, фактура небрежно свисающих кладок скатертей и ковров смешивается с бархатистой и блестящей кожицей персиков и винограда. Недаром в Нидерландах возникло свое национальное обозначение нового жанра натюрморта «стиллевен», то есть «тихая замерзшая жизнь». В бытовых сюжетах фактура шелка платьев, звенящая на холоде твердых гладких плиток пола, вступает в резонанс с теплым деревом потолочных балок и оконных рам.